В Заинске стартовали встречи главы района с жителями микрорайонов города. Первая встреча прошла жителями микрорайона «Новый город». Темой встречи стали итоги социально-экономического развития Заинского района в 2018 году и перспективы развития на 2019 год. Глава района Разиф Каримов во вступительном слове отметил, что Заинский муниципальный район по показателям экономического развития занимает лидирующие позиции в республике. Разиф Каримов также отметил достижения 2018 года, среди которых строительство элеватора агропарка, капитальный ремонт и строительство социальных объектов, капремонт многоквартирных домов, достижения в сфере образования, медицины, культуры. Подробно остановился на хороших показателях работы промышленных предприятий и отметил, пожалуй, главную новость года. Есть определенные хорошие новости. Мы 20 декабря генеральным директором «Татэнерго» проводили там совещание. Наши совещания, выступления транслировались на всю станцию. И мы сообщили о том, что почти на 60-70% пока согласованы наши действия дальнейшие по части, значит, восстановления или обновления нашей станции. В ближайшие 2-3 года в электроэнергетике Татарстана является реконструкция или обновление Заинской станции. Участие Заинского муниципального района во всех республиканских программах будет продолжено и в этом году. Что касается сферы здравоохранения, то здесь тоже есть хорошие новости. Самое, значит, значимое в этом году – будет еще и обновление, значит, или покупка дорогостоящего двух, значит, комплектов оборудования. Это по гемодиализу крови. Ну и пытаемся, конечно, установить и компьютерный томограф. Сегодня полностью, значит, в ЦРБ у нас комплектована лаборатория, диагностический центр новейшим оборудованием. Никуда не надо ездить для анализов, только здесь. На встрече с населением были озвучены основные направления работы по благоустройству развития города, обсуждены вопросы стратегии социально-экономического развития республики Татарстан до 2030 года, аналоги на профессиональную деятельность, об оперативной обстановке, мерах безопасности при эксплуатации газового оборудования, а также о переходе на цифровое телевидение. Были заслушаны информация о выполненной работе ТСЖ, была также заслушана информация о выполненной работе ТСЖ микрорайона «Новый город». На вопросы жителей, руководителей службы жизни обеспечения дали разъяснение. Такие встречи пройдут во всех микрорайонах города. Елена Маврина, Игорь Майоров, Александр Тимофеев. Новости Татарстана.